Здравствуйте, меня зовут Александра, и сегодня я хотела вам прочитать стихотворение иркутского автора Светланы Белоусовой, которая пишет стихи и песни под псевдонимом Петрова. Стихотворение посвящено коронавирусу. Незримый, быстрый и коварный, со всех сторон напал на мир враг, что уносит много жизней, устроил свой масштабный пир. И для того, чтобы бороться с распространением чумы, коронавируса последствий, должны объединиться мы и соблюдать порядок строго, сидеть по домикам в гнезде, не покидать свои жилища, не появляться впредь везде. На медработниках нагрузка сейчас, что свыше всяких сил, свой долг исполнить в пандемию совести голос попросил. Число растет их пациентов, геометрический прогресс. От информации о жертвах мы каждый день впадаем в стресс. Ночами, днями страшный вирус в лабораториях своих ученые хотят повергнуть. Надежда в разработках их. И добровольцы в испытаниях, и волонтеры пожилым, и стройки центров срочным темпом. Все для победы. Посидим? От нас всего-то лишь терпение, от нас всего-то не мешать. Своим на улицах явлением коварный вирус побеждать. Берегите себя!